Всем привет, продолжаем проходить игру. Так, тут я выполнил. Заедем в неизвестную локацию. Датчик сработал. Ага. Желаю удачи. Неизвестная тоже локация. Ну-ка, что у тебя внутри? Беспилотник шпион. Ага, вон туда надо попасть. Сейчас попадем. Интересно, как попасть туда. Ага, вот. Еще что-то здесь есть. А, еще один контейнер. Я так думаю, он, наверное, скорее всего, наверху. Гляди-ка, нету. Странно. Ага, во. Нашел. Едем сюда теперь. Активируется. Отбился, блин, хера себе. Гонщики. Там дорожный барьер. И вот мы на месте. Режим ожидания.
кто-то еще здесь есть, да? Ага, вот. Дорожный блокпост освобожден. Ворота подняты. А, нет. Возвращайся скорее, Уокер. Надо еще с этой стороны поднять ворота. Интересно. А я думал, все поднял. Раптор. Системы активируются. Так. Доедем до колонны. Надо только отремонтировать вообще. Вон они едут. Ни хрена тут колонна какая, сука. Да, мне кажется, я не заваливаю эту колонну, я тачку уже сваливаю. Бац. Не, я не смогу. Надо какие-то крутые улучшения делать. Системы восстанавливаются. Системы полностью восстановлены. О, пройдем цель задания, в глубине дойдем. Дальше. Че, ребят, давай опять же с вами. Уж извиняюсь. Блин, нет, ну все-таки получится, да ладно, я вообще охренею.
ты! Опять догоним их. Давай, 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 давай. Быстрее. Системы полностью восстановлены. Погнали за ними. Я практически это сделал. Все-таки я решил их добить, эту колонну. Потом подальше нет. Ага, вот поэтому надо стрелять. Прочность 70%. Сейчас тебя прижарь, я подогню. Прочность 50%. Ага, я понял, надо от пулемета уходить в другую сторону. Слабое место. Есть. Открыто. Отлично. Сторожевая башня правительства. Так, надо. Приятного полета! Где тачка моя? Давай, ремонт, ремонт, еще быстрее. Системы восстанавливаются. Системы полностью восстановлены. Я сейчас догоню ее. Это их догоню, догоню. Быстрее, быстрее гоним. Пока они не удрали. Охренеть, 20 дали. Сейчас апгрейд сделаем тачки сразу. Транспорт сразу улучшение. Это прокачаем. Так, проекты что можно улучшить? О, у меня 7 штучек. Так, найти и найти и забрать. Так, вот это прокачаем. Нажмите G, чтобы выбрать цель и выберите траекторию полета. Круто, попробуем.
Так. Оружие. Нанотриты. Барьер. Форсаж. Оружие теперь. О, бронебойные патроны теперь есть. Отлично. Здесь все улучшено. О, ракеты. Вот это. Револьвер. А что, можно и то прокачивать, что ли? А, и переключение просто. Так, ладно. Я еще прокачался. Вот сюда заедем. Надо найти все контейнеры. Я не все контейнеры нашел. А, сначала только вот сюда заедем. В неизвестную локацию. Ага, вот сюда сейчас заезжать надо будет. Да. Впереди что-то сверкает. Это не прицел и не колпак на колесе. Что-то побольше. Это солнечные батареи. Они снабжают энергией оружие Таванов. Если уничтожить. Слушай, Лили, я тут вижу что-то очень стрёмное. Ну, привыкай, это тебе не видно. Стремно, туда не лезь без подготовки. Да нет, народ-то не особо так много. Дошпионился. Ага. Я тебя завалил.
скорее всего, наверное, наверх. Да? Нет. Наверху ничего нет. Ищем дипад и как включить. Так, понял. А, вон и дипад лежит. Отлично, активировать защищать опоры от их перегрузки. Сейчас что-то начнется. Отлично. А, солнечные батареи разбиты. Прекрасно. Теперь саванам будет сложнее действовать в этом районе. Так, здесь датапад надо найти. А здесь два контейнера. Поехали. Системы активируются. Невидимки, блин. Вот такой, блин.
прыгаем в тачку и валиваем отсюда. Системы активируются. Ну, приехали. Желаю удачи. Да, я на правильном пути, мне сюда. Что мне здесь надо? Два контейнера найти, да. Сейчас найдем. Где-то здесь. Оп. Или внизу, или наверху. Посмотрим. Вот один. А вон и второй. Странно, что я его не нашел. Все, локация пройдена. Так, дальше у нас. Ну и здесь датапад еще найдем сейчас. А что за танк? Это не моя тачка. Моя тачка на той стороне. О. Системы активируются. Так, нам надо наверху дипад найти, датапад. Я здесь уже всех завалил, поэтому здесь никого и нету. Датапад уже прям близко. Наверху, походу. Где-то наверху. А, вот он. Есть! Коньер без пизда, теперь в руках шмырей! У тупых горожан не было шансов! Мы 8 штук убили, прежде чем один исхитрился меня пырнуть. Да, кстати, пришли мне бутылку спирта и пойло тоже. Нет, не так. Лучше 2 бутылки спирта. Он повкуснее, чем пойло. Этому хмарю нужно самое лучшее. Это мир хмарей!